Всем привет! Вы смотрите канал Рамит, а это значит, что сейчас будет видео, в котором четко и по делу расскажут о технике, которая облегчит вам жизнь и создаст здоровую атмосферу в вашем доме. Меня зовут Нелли, и это обзор на новый беспроводной вертикальный пылесос Рамит Future RFV05. Это второй беспроводной пылесос в линейке приборов Рамит. О первой модели Рамит Modern мы рассказываем в обзоре, который есть на нашем канале. Сразу рекомендую к просмотру новым зрителям. И также предлагаю нажать на кнопку подписки, чтобы не потерять актуальные новинки и не упустить полезные гайды и вкусные рецепты от Рамит. И да, с учетом отрицательного роста скорости YouTube, подпишитесь, пожалуйста, на наши соцсети, в том числе на телеграм-канал, чтобы быть в курсе наших возможных перемещений на другие платформы. И если вы напишите в комментариях, на какой видеоплатформе вам было бы удобнее нас смотреть, мы будем вам предельно благодарны. Начнем обзор нашего пылесоса с распаковки. Пылесос упакован в надежную фирменную коробку, а для дополнительной безопасности предусмотрена еще и вторая транспортировочная коробка. Видим инструкцию и гарантийный талон. Стандартная гарантия на прибор 1 год, но при регистрации товара на официальном сайте madeindream.com Рамит совершенно бесплатно дарит вам расширенную фирменную гарантию не на 1, а на целых 2 года. В комплект пылесоса входит моторный блок и съемный контейнер, съемный аккумулятор, алюминиевая трубка, моторизованная щетка со съемным валиком для гладких поверхностей, щетинистый ролик для ковров, щелевая насадка 2 в 1, насадка для влажной уборки плюс 2 тряпки фибры, которые идут в подарок за отзыв, также как щетка для мягкой мебели и дополнительный HEPA-фильтр. Эти аксессуары мы дарим вам в благодарность за ваши отзывы. В основной комплект входит зарядное устройство и настенная док-станция. Для максимально удобного хранения можно отдельно приобрести подставку для пылесоса, а для защиты мягкой мебели от пылевых клещей отлично подойдет насадка с ультрафиолетовой лампой. Ее вы также можете приобрести отдельно от основного комплекта. Она не просто очищает мягкую мебель, но и предотвращает появление пылевых клещей и прочих бактерий и микробов. Заметьте, она работает только при приближении к объекту. Больше советов по уборке вы можете увидеть в нашем отдельном ролике о 30 лайфхаках в использовании вертикального пылесоса. Ссылку оставили в описании. Прежде чем приступить к более подробному описанию модели Рамит Future, давайте рассмотрим вообще, какие бывают пылесосы, ведь они подразделяются на разные категории по типу. Целенаправленности для сухой и влажной уборки. По типу пылесборника бывают с контейнером, бывают с мешком, а есть и с водяным фильтром. Ну и, конечно, по конструкции бывают вертикальные, горизонтальные, портативные, а также программируемые — это роботы-пылесосы. Немного подробнее остановимся на типах конструкции. Классические горизонтальные модели, они популярны, просты в управлении, но бывают громоздкими. И так как они чаще всего проводные, не очень удобны в эксплуатации при перемещении из комнаты в комнату. Вертикальные модели пылесосов бывают как проводные, так и беспроводные. И также между собой они отличаются по конструкции, по методу сборки и по габаритам. Есть модели с монолитной конструкцией, где мотор, трубка и щетка представляют из себя единое целое. А есть модели, в которых насадки комбинируются. Например, из длинного вертикального пылесоса можно сделать ручное устройство с разными насадками для уборки в труднодоступных местах. Например, на полках, в щелях мебели, в салоне автомобиля и так далее. Также вертикальные пылесосы отличаются по типу пылесборника на верхний и нижний пылесборник. Если пылесборник находится внизу и он большого объема, то это может вызвать трудности при уборке под мебелью. А также из-за того, что центр тяжести внизу, поднять такой пылесос вверх, чтобы убрать, например, пыль и грязь с занавесок или протереть как-то потолочные плинтусы, будет весьма трудозатратно. Чего не скажешь о пылесосах, у которых пылесборник наверху. С ними можно и под мебелью спокойно все протереть, а также поднять вверх такой пылесос не составит труда, потому что центр тяжести находится в удобном месте. Существуют также портативные пылесосы. Их используют чаще всего в салоне автомобиля и для точечных загрязнений. Отдельная категория — это роботы-пылесосы. Они самостоятельно производят уборку, заряжаются от базовой станции и, кроме понятных плюсов, имеют, конечно, свои недостатки. Все еще не идеальное качество уборки, они требуют вашего контроля, им не всегда хватает мощности, но при этом у них высокая цена. Кроме всего прочего, перед выбором пылесоса стоит обратить внимание на то, какая у него фильтрация, какая у него мощность всасывания, и более подробно мы разбираем отличия тех или иных пылесосов в отдельном ролике, ссылку оставим в описании. Рамит Future — это беспроводной вертикальный пылесос с комбинированной конструкцией с верхним пылесборником для сухой уборки с возможностью влажной уборки. Сборка пылесоса не составит особого труда, здесь даже интуитивно все можно понять, но все же очень важно прочитать инструкцию вовремя, до сборки, а не после.
Корпус пылесоса изготовлен из экопластик белого цвета молочного оттенка с деталями черного и голубого цвета. Прибор выглядит стильно и минималистично, достаточно приятный на ощупь материалы. Он идеально впишется в любое пространство. Прибор компактно хранится на док-станции и не занимает много места. Кстати, на ней есть еще два боковых подвеса для сменных насадок. Оптимальнее всего располагать его на док-станции рядом с розеткой, чтобы тут же заряжать прибор. В полной сборке вес пылесоса 2 кг 700 граммов, и даже такой небольшой для пылесоса вес нивелируется благодаря правильному балансированию компонентов внутри корпуса. Он очень удобно держится в руке, потому что у него эргономичный дизайн, эргономичная конструкция. При этом он сделан так, что не ощущается расхлябанности, какого-то скрипа нет, все чувствуется очень монолитно. О габаритах прибора. Высота в полной сборке 114 см, а ширина 25,5 см. Он располагается на комфортном расстоянии от руки взрослого человека, а вот от маленького ребенка на безопасном расстоянии он не дотянется до моторного блока, а когда будет храниться на док-станции, то и дети, и домашние животные будут в полной безопасности. В верхней части прибора мы видим моторный блок и съемный аккумулятор. Его энергоемкость дает пылесосу до 60 минут беспрерывной работы. И смена аккумулятора происходит очень легко и быстро, буквально парой движений. Не нужно ничего раскручивать или разбирать. А если у вас большой дом, вам может понадобиться дополнительный аккумулятор. Вместе с основным он обеспечит пылесос беспрерывной работой до 120 минут. Он не входит в комплект, поэтому дополнительный аккумулятор приобретается отдельно. Пылесос полностью заряжается за 4 часа. Благодаря бережной зарядке износ батарей снижается и продлевается срок ее службы. На аккумуляторе есть светодиод. Он горит синим непрерывно, если он полностью заряжен, и горит мигая, если процесс зарядки продолжается. Его можно заряжать как установленным в пылесос, так и отдельно. Вместительный пылесборник объемом 600 мл не придется часто очищать, его хватит на несколько стандартных уборок. В пылесосе Ramit Future есть очень удобная функция бесконтактной очистки контейнера. Она происходит очень легко и быстро двумя нажатиями. Первое нажатие на рычажок, чтобы отделить бак от тела пылесоса. И вот когда он отделен, нажимаем на кнопку Push на самом баке и освобождаем контейнер от пыли и грязи, при этом руками мусора не касаемся. Для более тщательной очистки контейнера можно его снять и сполоснуть под водой, так же, как и все остальные его составляющие. В верхней части пылесборника находится важнейшая деталь пылесоса – фильтр. Чистоту воздуха обеспечивает сразу 5 этапов фильтрации. Основное отделение с центробежной силой, разделяющей воздушный поток. Стальной фильтр, отсеивающий крупные частицы. Конусный циклонный фильтр. Моющийся HEPA-фильтр 13-го поколения, вбирающий в себя 99,97% частиц размером менее 0,3 микрометров, то есть практически все аллергены, бактерии и вирусы. Дополнительный HEPA-фильтр 13-го поколения, обеспечивающий очистку воздуха на 99,99% даже от самых мельчайших частиц. Пылесос Ramit Future не оставил ни единого шанса аллергенам и пыли в воздухе. Заодно только это заслужил ваш лайк, я считаю. Палец вверх, если тоже так считаете. И при необходимости новые сменные фильтры вы можете приобрести в отделе запчастей на официальном сайте Ramit. Хоть у данной модели и нет гибкой трубки Flex Tube, как у нашего пылесоса Ramit Modern, зато щетка Ramit Future оснащена шарнирами, которые удерживают ее параллельно полу без отрыва щетки. Это помогает убираться в труднодоступных местах, под диваном или кроватью. А подсветка на моторизованной щетке не оставит ни одну соринку незамеченной, и можно будет убраться во всем помещении даже при условиях плохой освещенности. В зависимости от поставленных задач у пылесоса есть разные насадки, которые очень легко устанавливаются. Моторизованная щетка с валиком для эффективной уборки гладких поверхностей, плитки, паркеты, ламинаты, линолеумы. Вращение помогает убирать пыль с поверхностей, а подсветка не оставит грязь в темноте. Этот валик для гладких поверхностей. А что же делать с коврами? Смена. Щетинистый ролик эффективно вычищает из ковров волосы, шерсть и прочий мусор. Щетинистая щетка 2 в одном. Но какая же насадка подойдет для наиболее эффективной очистки мягкой мебели? Смена. Моторизованная насадка для очистки мягкой мебели. Насадка для влажной уборки с легкостью поможет ее осуществить. Все, что нужно, залить воду в емкость насадки через специальное отверстие. Давайте разберемся в технических параметрах нашего пылесоса. Ramit Future оснащен бесщеточным инверторным мотором мощностью 450 Вт. Такие моторы обладают более высокой надежностью, долгим сроком службы, более высоким КПД и низким уровнем шума, нежели обычные моторы. Мотор обеспечивает высокую мощность всасывания 165 аэроватт. Степень разряжения воздуха при самой максимальной
максимальной мощности достигает 31 кПа. Аккумулятор пылесоса Ramit Future обладает высоким зарядом 2500 мАч и энергоемкостью 75 Вт-час, что и позволяет пылесосу беспрерывно работать на протяжении 1 часа. У прибора низкий уровень шума. При работе на режиме эко он достигает только 65 дБ, что сопоставимо с обычным разговором. Поэтому вы можете наводить порядок даже ночью, не боясь потревожить сон соседей. У прибора современный LED-дисплей, на котором отображается уровень его работоспособности и зарядки, а также отображаются виды режимов, которые вы можете переключить. Для управления прибором есть две кнопки. Режим эко предназначен для уборки небольших загрязнений, работает в режиме экономии энергии и поэтому обеспечивает самую продолжительную работу пылесоса до 60 минут. Режим макс обеспечивает наибольшую мощность всасывания и предназначен для уборки ковров и сильных загрязнений в течение 10 минут. Режим авто интеллектуально адаптирует мощность всасывания в зависимости от степени загрязнения на поверхности. Как он это делает? Очень просто. Ramit Future оснащен инновационной технологией адаптивной мощности Smart Power. В режиме авто при небольшом количестве мусора на поверхности пылесос работает на низкой мощности, но когда датчик обнаруживает сильное загрязнение, мощность автоматически увеличивается. И такая интеллектуальная адаптация позволяет оптимально использовать заряд энергии аккумулятора, а также продлевает срок его службы. Используя пылесос Ramit, вам не придется постоянно удерживать кнопку пуска, просто заблокируйте ее с помощью кнопки на панели управления и наслаждайтесь уборкой. Уход и очистка прибора не требует больших усилий. Моторизованная щетка легко разбирается и чистится. Для этого не нужны специальные отвертки и прочие инструменты. И в целом прибор прост в очистке. Корпус можно протереть ветошью или влажной салфеткой. Пылесборник опустошается 2 нажатиями на кнопку, а также его несложно отсоединить от блока пылесоса, чтобы промыть сам контейнер и извлечь фильтры, которые тоже рекомендуется регулярно промывать под проточной водой. Обратите внимание, перед использованием пылесоса все фильтры должны быть в высушенном состоянии, а хранить прибор можно в любом сухом месте. Кому такой пылесос просто необходим? Ну, во-первых, конечно, аллергикам. 2 HEPA-фильтра 13-го поколения на входе и на выходе улавливают частицы загрязнений размером менее 0,3 микрометров, поэтому можно не переживать за чистоту пространства и дышать полной грудью. Этот пылесос для тех, у кого есть маленькие дети. Благодаря высокой степени очистки поверхностей, широкому углу поворота в 90 градусов, насадке для кровати и возможности влажной уборки, можно не переживать за самочувствие даже самого любопытного ребенка. Для тех, у кого есть домашние животные, мощность пылесоса и режимы фильтрации быстро справятся с шерстью любимых питомцев. Конечно, для тех, кто устал от долгих уборок, длинных проводов и роботов, за которыми нужно еще раз все убирать. С пылесосом Future процесс уборки станет намного быстрее и легче. Для тех, кто хочет все и сразу, и сухую уборку, и влажную, и мебель очистить, и от пылевых клещей избавиться, и на полках прибраться, и занавески от пыли спасти, да еще и с клавиатуры все лишние детали достать, и салон автомобиля привести в порядок и чистоту. Один раз вложиться в хороший пылесос, значит долгосрочно вложиться в свое здоровье и здоровье своих близких. А если вы хотите усилить эффект и больше увлажнить и очистить воздух в вашей квартире, советую присмотреться к мойке воздуха увлажнителю Ramit RMH01, а также к очистителю воздуха RMP01. С такими помощниками и дома будет чисто, и дышать станет легче, и свежим идеям будет проще посетить ваши мысли, ведь теперь они не будут вечно заняты уборкой. Мечтайте смелее, а Ramit и дальше будет продолжать стараться исполнить их в реальность. Это был обзор на пылесос вашей мечты Ramit Future RFV05. При заказе данного товара в официальном интернет-магазине madeindream.com, он же вмечте.рф, доставка по России осуществляется бесплатно. Также у нас есть официальное представительство в России, в офисах в Санкт-Петербурге и в Москве, а также в Казахстане, в городе Алматы. Если у вас еще остались вопросы, обязательно напишите в комментариях, мы с удовольствием и радостью ответим вам. А с вами была Нелли, жмите на колокольчик, и тогда мы точно увидимся снова, несмотря на то, на какой видеоплатформе это все произойдет.